Саги 6, Matplotlib плюс Django – это отображение графиков. Мы с вами научимся сохранять наши графики в формат PNG. То есть они будут сохраняться в папке. Также научимся делать фон прозрачным и масштабировать изображение. Это может быть полезно, когда какие-то графики надо просто вывести, например, в другой программе, чтобы пользователи могли, например, взять график и сохранить себе там в PDF. Ну, в любом случае мы это изучим. Для тех, кто первый раз, найти сайт очень просто. Набираете spb-tut.ru. Вам необходимо просто... Будет выглядеть вот так. Получить логин и пароль и заниматься. Вот сейчас, допустим, проходит акция. Также мы работаем с Android, с продажами, но основное внимание на программирование. Кстати, Matplotlib мы сразу работаем и с Django. Мало материала в интернет, поэтому надо этот код нарабатывать самостоятельно. Спасибо.